Вечером 26 июня в Краснодаре пошел дождь, который практически не прекращался до утра 27 июня. За это время выпало 109 мм осадка. Ливень подтопил 62 придомовые территории, 9 домов и 62 дороги. Еще вчера власти сообщили, что на улицах работает водооткачивающая техника. Однако, судя по ситуации, она не справлялась. Некоторые краснодарцы пересели в лодки и устроили заплыв по затопленной улице Московской. По словам очевидцев, в некоторых частях города уровень воды по колено, в некоторых – еще выше. Машины тонут в образовавшихся на магистралях реках, часть горожан приняла решение временно сменить автомобили на надувные лодки. Но особое восхищение пользователей соцсетей вызвало мужество курьеров доставки еды. Они спешили выполнить заказы буквально по пояс в воде.